Вот я приобрела вот такие весы. Эти весы взвешивают отдельно килокалории, мышечную массу, кости отдельно, процентное содержание жира в тебе, воду в тебе взвешивает. И короче говоря, называются, то есть это здоровье для тебя. Health for you. Здоровье для тебя. Твое или твое здоровье. Надо скачать вот приложение мобильное. Оно тоже так же самое называется. И через телефон по Bluetooth, когда ты взвешиваешься, оно тебе все это сообщает. Сколько в тебе жира. Я всегда считала, что во мне тяжелые кости. Ну, вот сейчас мне весы скажут, во мне тяжелые кости или что-то другое. Я считаю, что кости тяжеленные у меня. Вот. Так, вот. Нужно открывать. Так, скотч я уже отрезала здесь. Ой, вот там еще батарейки есть. Батарейки. Три штуки маленьких. Три пальчиковых. Три батарейки входят в набор. Вот такие весы запакованы хорошо. Такие штуки, как говорится. Вот такие весы. Ой, я не знаю, как я в них разберусь опять. Нужно. Тут есть, правда, целая книжка инструкции. Вон, целая книжка инструкция есть. Так, из всего, что я тут пока поняла, что они скользкие. Вот человек, боже мой, человек с них падает. Вот это все, что я поняла пока. Что с них можно навернуться. Ой. Честно говоря, я так не люблю в этом всем разбираться. 3 года гарантии. Здесь написано. Я, честно говоря, так не люблю в этом разбираться. Фу, я люблю, когда уже вот все сразу готово. Чтобы вот мне вот дали эти весы, уже с батарейками вставленными. Я просто встала, взвесилась, получила какую-то информацию. А сейчас в телефон это все надо скачать. Ой. И разбираться. Я не очень все это люблю. Не знаю, не нравится мне. Ну, придется разбираться. Хочешь узнать, сколько в тебе жира, придется разбираться. Я все-таки надеюсь, что у меня тяжело, что у меня жира будет очень мало. И окажутся тяжелые кости. Так, это хочу. Вот будет сюрприз, если мне эти весы покажут, что кости легкие, а жир тяжелый. Ой, мышечную массу я вообще не беру. Они, конечно, есть у меня, но она будет какая-то минимальная. Это мышечная масса. Вот, я весь акцент будет на воде, на жире. И на костях. Я не понимаю, как все-таки. Здесь 180 килограмм только максимум можно встать. Кто становится больше, чем 180, тому уже не померишь. Тому уже не помогут весы. На этих весах установлен предел. Там можно взвешиваться только до 180 килограмм. Потом, видимо, весы уже не понимают, где жир, где кости, где вода. Там уже не понять. Там у него сплошной жир уже. Весы уже не могут понять. Ой, я все-таки надеюсь, что у меня не будет сюрприз ожидать. Большого сюрприза я не хочу. Я вообще не люблю больших сюрпризов.
Сегодня с малышом мы будем подключать эти весы. Так жизнь странно проходит. Кардинально жизнь меняется. Если сравнить, что было еще лет 20 назад, а то и 30. 30. То вообще, мне даже не было телефона. А сейчас в доме очень много умных вещей. Очень. Жизнь очень стремительно меняется. Раньше я даже не могла подумать, что у меня будет телефон в кармане даже, что вообще будет телевизор на стенке, что вообще будет все вот это. Малыш, хороший. Мальчик мой хороший. Мальчик. Вроде мальчик, не знаю. Вот. Так, короче, и вот. В доме очень много умных вещей. Мало того, что умные телефоны, да, сейчас. В кармане у каждого компьютер. Часы, да, вот у меня умные есть. Так, что еще? А, вот умная есть такая штука. Это такая штука. Это электронная подпись. Это ID Reader. Я раньше даже не знала, что у меня будут такие умные документы. Вот мои права. И самый главный документ сейчас. Такая персональная ID-карта. Без нее в самолеты, вернее, с ней проще проходить даже контроль. Вот в Англии контроль с этими картами отдельная очередь. Паспортный контроль с этими картами отдельная очередь, быстрее. Это ID-карта. Вот для этой, для ID-карты есть вот такая специальная штука. Алло. Я не знаю, я с таким не сталкивалась. Не знаю. Так, что я говорила? Короче, вот эту ID-карту нужно вставлять вот сюда, в компьютер, и сюда. Это считыватель ID-карты. Вот эта штука делает. Да куда ты? Хочет прыгать, но электронную подпись делает. Очень удобно. Я вот, например, никуда теперь не хожу. В банке, если нужно договор какой-то подписать, да. Делали проект дома. Не надо ходить никуда. Вот тут берешь вот и все подписываешь. Тебе присылают документ, ты там заходишь на специальный сайт, это все подключаешь, вставляешь ID-карту, и все, и подпись готова. Вот, очень удобная тоже, умная штука. Я раньше даже не могла подумать, что я доживу до этих времен. Моему бабушке, моей бабушке и дедушке все это не снилось даже. При них был только этот самый телевизор цветной, мутно-зеленый. Стали выпускать. До этого был черно-белый. Так, ладно, хорошо. Дальше, что мы смотрим? Так, теперь, что? А, еще? Он в коробке сидит. Еще у меня в доме есть одна умная розетка, которой можно управлять через телефон. Одна умная розетка. Там, потому что стоит такая штука, и надо, ну, надо контролировать. Там то бывает перегреется, надо выключить. Вернее, выключать ее лучше не нужно, чтобы потом не запускать. Вот она у меня гудит на весь дом. Но бывает, когда дома нету, если там что-то перегревается, надо в экстренном случае что-то выключить. Ладно, и вот умные весы. Вот они. Умные весы, которые я говорила. Они показывают вес. Они показывают отдельно, значит, связываются по блутузу. Килокалории показывает. Я только не понимаю, каким образом. Что, надо взвешиваться после еды, и оно покажет, сколько ты съел или что. Мускульную массу, мышечную, кости взвешивает отдельно. И жир, и воду.
Там хомяк уже влез. Так, ее можно использовать для, до 8 человек. Ну, приложение. Потому что скачивается приложение. Вот я же скачала. Я боюсь, что он меня будет прыщ. Что-то он меня... Так, не ходи туда. Так, я его все-таки, наверное, отнесу. Мне не нравится, что он стал рисковать. Значит, скачивается приложение. Нельзя на пол. Нельзя. Вот. Вот это. И здесь все отдельно можно взвесить. И сюда оно согласуется. И таких можно 8 отдельных людей взвешивать здесь. На весах. 8 отдельных людей. Чтобы не путаться, не путалась информация. Значит, опять то же самое. Скачивается приложение. Вот это. Health for you. И открываем. И здесь ничего нет. Потому что мы еще не взвешивались. Но будет пульс, температура. Не понимаю, каким образом. Вес. Вес жира будет отдельно в процентах. Воды, мышечной массы. И, короче, вес. И активность. Не понимаю, как это все весы покажут. Какие калории? Активность. Причем тут весы и активность. Я не понимаю. Кто знает? Напишите. Воды. Ну, по нулям. Сколько я выпила? А это что? 8,45. Что это значит? Не понимаю. Я не пила воду. Чего она тут? И сон. Я не понимаю. А как часы? А как это весы все узнают? Часы, ладно. Я спала в часах. А весы? Я должна на весах заснуть? Добавить девайс? Как? Какой девайс добавить? А, весы. Так. Надо, короче, подключать весы. Вот они. Так, вот они есть, весы. Надо найти батарейки. А где батарейки? А где они? Ну все, отменяется. Перерыв. Фу, нашла. Вот, батарейки были в комплекте. Надо сейчас открыть, чем их... Фу, найти, чем их открыть. Ой, господи, как это все нервно снимать на камеру. Очень много суеты. Но я не стремлюсь к идеальной картинке. Нужно сюда их сунуть. Так, в какое место? Вот сюда. Я не знаю, можно их переворачивать вверх ногами? Наверное, можно. Чего нельзя? Так. Сюда, в эту дырочку, нужно вставить батарейки. Ой, как ее открыть? Как это открыть? Ты, господи, боже мой. Сейчас. Вот. Отщелкнула. И сюда вставляется три вот таких батарейки маленьких. 3А. Да, какие это? Или это еще какие-то другие? Я не знаю. Вроде маленькие. А где такие возьму потом? Мне кажется, что они какие-то короткие. Обычные 3А, они длиннее. Там надо смотреть по чертежам. И закрыть эту дверку. Все. Дальше нужно их поставить.
Тут нарисовано, что они скользкие, опасно. Но нужно взвешиваться босиком. Боже, как у меня отсвечивает, что ж такое? Вот, они заработали. Так, что там написано? Нажать надо set. Он просит, чтобы я нажала сюда. Нажала. А, здесь пленка, надо ее отклеить, да? Так, я уже заляпала как пальцами. Кстати, так не видно, как на камере. Так, что он еще хочет? А что это такое 21.19? Не понимаю. Боже. А, туда надо вбить. Вот я читаю инструкцию. Надо вбить этот самый дату рождения, дата, месяц и год. И надо еще в день прямо и минуты, когда ты родился. Ой, ну я год постесняюсь вбивать. Я вобью только дату. Ой, дата. 26-е. Января. Так, что делать? Эту? Ой, опять не то нажала. Как вернуться? Черт. Это время. Все, я все испортила. Вот, заново. Короче, 26-е. Да что ж так? Год я не буду вбивать. Ладно, я это устала. Потом я это вобью, все данные. Я не понимаю, тут надо читать. Я хочу уже взвеситься. А не все это вбивать сюда. Взвешиваться я тоже постесняюсь. Ой, как он мне надоел. А может, если в часах это все введу, фу, в телефоне, так может оно тогда там отобразится? Через приложение. Надо найти его в Bluetooth. Где он есть? Чего он его не находит? Эй, весы, давайте. Ой, я не могу. Как его нажать? Мне же надоело это 21.05 мигать. Ой, что это? Ой, я не могу. Ладно, и это все потом вобью. Черт его знает, что это такое там. Что это? Вот, давай килограммы я буду мерить. Я померю руками. Ну. Килограмм. А сколько это жира во мне? Сколько кости весит? Вот. 3 килограмма. 200 грамм. Вот. А воды в моих руках 73%. Мышечный 47,9%. Понятно? Там было написано, мышц в руках 47,9%. Даже 50 нету. Все остальное жир, да? Ой. А ну еще раз попробуем. БМ это кости, 2,8 килограмма. Жира 50%. Воды 74,2%. Процента, а мышечной массы 48,1. Ой. Не понимаю. Откуда он это все знает? Так, а этот почему-то так и не нашел их. Как надо найти весы эти? Ой, может быть, другой телефон найдет. У меня новый еще пока не совсем там это все перенесла. Видит весы. А ну давай ищи. Что-то Bluetooth их не находит. Ну вот, короче, весы хорошие, но они слишком умные. Я не знаю, как их подключить пока. Но я посмотрю здесь инструкцию. Ой, господи, боже мой. Я уже устала с этими умными вещами связываться, честно. Я устала. Гораздо проще, когда раньше
Включил, купил телефон, включил его в розетку, и он работает. А сейчас нужно фиг ты, вот что тут надо делать, чтобы эти весы включить. Черт его знает. Надо нажимать на одну кнопку, на другую. Ой, господи, боже мой. Ужас. Наверное, от роста, от веса, вернее, от роста, от даты рождения влияет... А как на дату рождения влияет, я не понимаю, вес, кости, как? Мне кажется, что они перемудрили.